похудела. Мама, мама. Хватит мозги пудрить. Ясно? Едем вообще брать ближайшую точку пересечения меридиана и параллеля. Точка с целочисленными координатами. А как туда ехать, мы едем по карте. Точного маршрута по мелким селам запомнить, ну, можно, но сложно. Сегодня точно успеем, а вот завтра не знаю. Ну сегодня, ой, однозначно успеем. Особенно, ай! Отличная природа. Строим, пожалуйста! Мама, мама, что я буду делать? Мама, мама. Хватит мозги пудрить. Ясно? Нам нужно пойти прямо вот на ту мелкую собачку 16 метров. Вот там будет... Вот собачка, это черненькая. А вот там будет точка пересечения меридиана и параллели. Точка с целочисленными координатами. Но поскольку это сейчас на солнце добраться, мы, к сожалению, не можем. Хотя и сняли координаты на камеру, нас пустили добрые хозяева. Потеряли спутники, сигналы. Люцифер нормально играет, все. А тогда раз, радио мелодии, и все. Вот так вот мы развлекаемся. Одну точку благополучно взяли.